Спасибо большое за то, что делаете. У нас с вами содержательная повестка. Я хотел бы послушать, какие у вас планы. Встреча, безусловно, была плодотворной. У нас уже есть долгий опыт сотрудничества с Московской областью. Наш флагманский завод группы компании «Синергия» «Традиции качества» находится в городе Краснознаменск. Это опорный завод по производству ликеро-водочной продукции. Соответственно, в прошлом году мы перечислили бюджет Московской области 2,5 миллиарда рублей. И мы обсуждали и искали возможности, как нам, с одной стороны, обеспечить рост производства, найти возможности по развитию производства, а с другой стороны, как результат, безусловно, это выразится в росте акцизных платежей в региональный бюджет. И, как ни странно, мы эти возможности нашли, даже в сегодняшней ситуации российской экономики такие возможности есть. И хорошим примером вот такого нового потенциала, в общем-то, является проект, тот, который мы реализовали, в том числе при поддержке Московской области, прежде всего при поддержке Московской области. Это проект в области импортозамещения, производства, розлив виски на территории Московской области. Этот проект буквально стартовал у нас несколько месяцев совместно с глобальной компанией «Бакарди». И мы начали буквально вот месяц назад розлив производства виски «Вильям Лоусон». Впервые, в общем-то, в истории России виски начался производиться на территории России, конкретно Московской области. Это, как мне кажется, яркий, хороший пример вот таких совместных усилий.